Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер и друг Отто. Белый паук? Должно сработать. Извините. Привет, Нью-Йорк! Ха-ха! Новый костюм, старый добрый я! Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Человек-паук, думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком.
машинам в секторе. Нам сообщили об ограблении. Происшествие в районе Union Square. Подтвердите. Мои преданные слушатели, щеткоголовые, как они зовут себя, хотя я и не понимаю почему, вспомнят. Я предупреждал, что в городе устанавливают жуткую систему наблюдения за преступностью. Так вот она не работает. Почему, спросите вы? Потому что кто-то пришел в себя и понял, что нарушает гражданские права? Нет, потому что эти некомпетентные бюрократы построили сеть, которая падает чаще, чем алкаш, идущий домой. Вот как они тратят ваши налоги. И никаких результатов. Это еще не самое худшее развитие событий в нашем мире, ребятки. Юрий, я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. А что они делают? Сейчас я это выясняю. Ха, док прислал сообщение. Похоже, новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Ух ты! Похоже, может сработать. Так. Не могу прочитать. Почему я не взял очки? Шикарно! Доку понравится! Помню, когда был еще хулиганом, босс регулярно разделывал его под орех. Я думал, босс его тогда и убил. Может, и убил. Лени говорит, что Человеков-пауков много. Прикуси язык. Не хватало только армии Человеков-пауков. Вы тут новички. Так что запомните правило номер один. Вам не стоит опаздывать с доставкой. Никогда. У босса строгий порядок. Он не любит задержки. Был тут один парень. Он решил смочить горло во время доставки. Это была его последняя доставка. Улавливаете? Нам платят. Я его не достану, пока он будет!
еще, парни! Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Торговля оружием. Попробую перекрыть поставки. Самое время надрать ему зад! Потери! Пролови ему череп! Кажется, они позвали друзей. Парни, а у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Сейчас ты заткнешься навсегда. Сильный аргумент, верно? В коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Точно останется. Держите! Мы должны его остановить. Тебе красный. Добровольно. Нет? Разорву тебя! Он ранен! Скорее, добиваем! Он побеждает! Сегодня явно не твой день! Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа.
У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить мой навигатор на повышенную точность. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Пожалуй, я знаю, откуда начать. Хорошие новости, Питер. Кажется, я убедил. Комиссию по грантам. Главное, чтобы завтра подгонка снаряжения с таксидором прошла успешно. Здорово, док. Мы снова в деле. Предварительно. Если наш небольшой инцидент ускользнет от внимания мэра, будешь завтра на подгонке? Обязательно. Все пройдет хорошо. Мы изменим мир, док. Я согласен и просто на отсутствие возгорания. Увидимся завтра, Питер. Нас ждет важный день. Пытался создать прототип паутины в Оскорб, когда Гарри там стажировался. Не вышло. Старый добрый Empire State. Люблю этот город. А теперь фоточку.
Так пойдет. Карта сейчас перенастроится. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. Надо поснимать другие достопримечательности. А, это мистер Ли. Алло? Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Происшествие в Марихилле. Мистер Ли? Питер, у нас все готово. Ждем только тебя. Отлично, уже в пути. Ух, дороги паучьи, придурок. Уходит на машине, нужно подкрепление. Нужны машины в Граммерсе. Подтвердите. Мистер Маггинс, если вы насчет аренды... Процедура выселения. Подождите, у меня зарплата в конце недели. Я...
Процедура выселения начнется вечером в пятницу, если вы не покажете задолженность. Всего доброго. Давно не виделись. Пора на выход. Много шума из-за ребят, которые едва водят. Диспетчер, все под контролем. Задержали подозреваемых. Произошло ограбление. Ближайшая машина, ответьте. Мистер Маггинс, это Питер Паркер. У меня зарплата в конце недели, я... Процедура выселения начнется вечером в пятницу, если вы не погасите задолженность. Всего доброго. Ага, и вам. Сюрприз! Не бросай нас, паучок! Обожаю предотвращать грабежи. Это же основа нашей работы. Спасибо. Рад, что кто-то все еще нас защищает. Эта авария меня пугает. Надеюсь, все живы. Похоже, обломки мешают кому-то выбраться из машины. Держитесь! Все спасены. Рад, что я был рядом. Молодчина, человек. Мистер Ли на кухне. Готовится к вечеринке.
Куда катится этот мир? Тут снова была та миленькая соцработница. Если хочешь, могу познакомить. Привет, Питер. Привет, ребята. Как игра? А как тебе кажется? Я побеждаю. Похоже, у него уже маразм, Пит. Я почти размазала его. Ну, главное, чтобы было весело. Я так веселюсь, надирая ему зад. Мечтай, мечтай, чокнутая. Хочешь сыграть, Пит? Играем на орешки. Не-не-не-не-не. Я не потяну. Вы уж тут сами. Привет, Пит. Твоя тетя в другом конце здания. Спасибо. Привет, Питер. Как оно? Да так, зашел. Мартин, простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, 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 я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я немного должен за квартиру, но не-не-не, нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я так хочу, чтобы с МДЖ все наладилось, она милая. Да, но... У вас были бы чудесные девки. Эй! Питер, в чем дело? Ну давай, расскажи мне. За эти годы ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Мэй, спасибо тебе за все. Впереди много работы. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром. О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер. И вообще, это правда важно. Сообщение от Юрия. Послушаю снаружи. Лучше жить на улице, чем просить родителей о помощи. Голосовое от Юрия. Привет,
На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? Не понимаю, почему они книгами не торгуют? Питер, на вечеринке ты куда-то пропал. Пришлось пойти в лабораторию. Прости. Извиняйся. Просто знай, то, что ты сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. После гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Питер. Хочу, чтобы ты это знал. Мэй, я не знаю, что сказать. О, кажется, мистеру Ли нужна моя помощь. Мне пора. До скорой встречи, дорогой. Я тебя люблю. И я тебя. Когда мы с МДЖ подали заявку на аренду, я думал, мы съедемся. А мы расстались. Иногда я такой рассеянный. Пора им перестать обижать слабых. Намечается потасовка! Класс! Драками зарабатываете, в драках погибаете. Спасибо. Кажется, я в порядке. Носорог почти убил меня, но я отломал фрагмент с его рога и понял, из чего сделан костюм.
Ну и потом я еле справился. Спина ноет от одного воспоминания. Очевидец сообщил о наркосделке. Нужны машины в Ленок. Килл, прием. Эту майку я хотел постирать 6 лет назад. Фу! Всем постам, незаконное вторжение. Всем машинам, происшествие в Саттон Плейс. Кажется, эти парни в костюмах взломщиков чересчур вжились в роль. Фиск сел в тюрьму, и детки решили порезвиться. Сегодняшний день все лучше. Совет. Пока не научились как следует взламывать, не беритесь за взломы. Что вы слышите в моем голосе?
это любовь. Только чертова любовь! Вооруженное ограбление. Ответьте. Всем машинам, происшествие в Саттон Плейс. Юрий, я нашел стройку Фиска. Тут целый улей вредоносных пчелок. Попробуй пошуметь. Если кто-то сообщит о вторжении, я пришлю машины. Пошуметь? Это я могу. В такие времена ты понимаешь, кто твои друзья и кто твои враги. Босс такой надолго задаешь, не знаешь. Как долго ты с ним? Давно. Со времен Дона Ригали. Ага. Когда босс еще не был босс, да? Наверное, глюк. Барабаньки. Даже то, что Фиск в тюрьме, их не смущает.
вас предупредили, что это благотворительная вечеринка? Скидывайтесь! Нет, серьезно, мне за квартиру платить! Человек-паук, я проверила. В этом районе появилось много фальшивых купюр. Фальшивомонетчики? Умирающее искусство. Облегчу страдания умирающего. Жуткие стрижки, море одеколона, точняк, ребята, писка. Он убил Дэнни! Подкрепление? Ребят, Вилли сказал, можете взять отгул. Нет, правда! Теперь тут все тихо, Юри. Отлично. Теперь одним источником зарплаты адвокатов Уилсона Фиска меньше. Я так понимаю, у нас очередная недалекая слушательница, защищающая Человека-паука. Вали его! Как неожиданно сложился день! Нет, с грабежом. О, люблю счастливые финалы. А можно селфи? А что с костюмом? А вы точно ух должны ты тут вот так? Ты правда ты? Эй, Человек-паук. А ты невысокий.
Юри сказала тихо. Лучше поискать заднюю дверь. Внимание всем постам! Сделка наркодилеров! Я теряю терпение. Где эта папка? Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем папку. Или ты умрешь. Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Юрий, тревога не учебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Нужно по-тихому, чтобы никто не услышал. Закутанные в паутину, они выглядят так мирно. Надо подцепить его сверху. Осторожно. Тише. Кто-то идет. Зрение истощается. Клянусь, она мне не показалась. Папка наверняка у нее. Если они здесь, то где же они? Живей, плохие парни сейчас плохо себя поведут. Включаем. Эй, а что это? Это же принадлежит... Стоять! Знаешь, если бы мне платили за все стоять... Эй, Пит! МДжей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну или работала. О, кажется, это твое. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. Thank you.
Простите? Я Мэри Джейн Уотсон, освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но Крейг сказал, что встреча завтра. Я люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите. Эй, Крейг. Нет, извини, но... Похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю, может, того экспрессиониста? Знаете что, я думаю, сегодня получится. Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. Порядок. Давайте приступим. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. Я понимаю, почему Питер это делает. Но вот не люблю я этих героев под маской. Ведь после всего хочется с чувством выполненного долга сказать. Да, это моих рук дело. Ну, мне бы точно хотелось это сказать. Фиск, похоже, почувствовал родную душу. Делай то, что не станут другие. Ха, самоконтроль — это не про него. Фиск нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. Пит смог уйти, я нашла его у дверей почти мертвым и еле довезла до больницы на папиной машине. Так я в первый раз стала медсестрой МДжей. Помню, как Фиск начал незаконно возить такие артефакты. Он купил для этого местный порт и уволил всех, кто там работал, включая моего папу. Жаль, что папа уже не увидит, как все обернулось. Не могу забыть этот образ. Сколько напряжения между двумя фигурами. Скажите, как будете готовы. Хорошо. Как же Фиск это называл? Ванесса? Эта трость меня бесит. Безвкусица. Освещала преступные тайны. Журналистские расследования старой школы. Она мне нравится. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кокеймон. А, красота. Это Мифуне? Верно. У мистера Фиска тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. Этот изысканный шедевр – характерный пример традиционной техники Тарасекомы. Эти два Нео впечатляют. Понимаю, почему это нравилось Фиску.
Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры как-то сказал, что Фиск там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Знаете что? У меня не так много времени. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Черт, подождите здесь. Ого, стойте. Это же... О, сфотографирую. Этого не до готова. Крэг, я перезвоню. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. А можно воспользоваться туалетом? Конечно, идите за мной. Спасибо. Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. Сейчас вернусь. Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет, она сейчас здесь. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупной статьей. Что значит, ему пришлось перенести? Тихо. Если это не твой репортер, то кто она, Крэг? Кто проник в мою галерею? О, Господи. Нет, ты не сможешь разобраться. Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. А сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Черт, она злится. Совершенно верно, это угроза. Ага. Точно, Крэг. Ясно. Я тебе не верю. Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Нио там, за ними. Но выглядит по-другому. Эта статуя двигается. Основная поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Может, части можно двигать?
Она точно с Фиском заодно. В каталоге упоминались две позы. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Вот. Почти. Но чего-то не хватает. Он что-то держит. Я их уже видела. Он что-то держит в руке. Но что это? Вот так. Норман Осборн. Что это? Дыхание дьявола. Что за дыха? Что там? Извините, сэр, вам нельзя. Плохо. Где эта статуя? Там, вон там. Поунжензаусхулай. Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу ее отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут. Я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Да, хорошо, конечно. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. Так, Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Вот так. Так, тут чисто. Лучше помолчать. Ah!
Соберись, Пит. Нормально. Потихонечку. Ну вот и все. Нет, пустите! Эмджей! Стой! Нет. Прячься! Брать заложников нехорошо, ребята! Ого! А что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками! С духами как-то дрался, но, знаете, технически это разные вещи. Все призраки — духи, но не все духи — призраки, понимаете? А, похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно. Поохочусь на привидений как-нибудь потом. Разминочка. Что-то древнее. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж... Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы Расскажите, видели. Расскажите, вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это... Я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. У Мика? Что, 6 месяцев не было? С каких пор Мик стал итальянцем? Без понятия. Но я рад, что он еще готовит фри. Точно. Лучшее в городе. Ну, как там работа в Бьюгл? Ну, в общем, Робби только что прислал мне гневное сообщение о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Брось. Как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так. Жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как твои успехи? Ты получил то повышение?
Нет, но мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что Воскорб тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но доктор Октавиус может помочь миллионам. Я занимаюсь тем, чем хочу, тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто поужинать, как друзья. Друзья. Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. Да, верно, но что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее, например, деньги или ключи, или клубничный бальзам. Ты помнишь, почему мы расстались? Это вопрос с подвохом, да? Спасенный сиреной. Поговорим потом. Иди. Рад видеть вас снова вместе. Вы двое мне всегда нравились. Привет, это я! Что там с теми, кто идет по третий? Наш друг Герман Шуль снова взялся за старое. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже, он не исправился. Не страшно. Герман просто тюфяк. К ночи загоню его в Райкер. Я только что спас свою бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь я охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. У тебя совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер.